Друзья, всем привет! В прошлом видео мы все успешно себе зарегистрировали биткоин кошелек и пришло время туда что-то перевести. Для инвестиций, либо на бирже работать, либо просто кто хочет купить биткоин и сохранить его, потом дороже продать. Для этого есть прекрасный сервис, как BestChains. Что мы тут видим? Вот мы сейчас на главной странице. Тут есть вкладочка таблица. Список популярный. Мы будем сегодня работать с кнопкой таблица. Вот что мы тут видим. Например, что вы хотите отдавать? Принесем примеру, ну, например, Альфа-банк. И хотите вы получить биткоины. Потому что биткоины это самая основа криптовалюта. Из нее потом будет все. И смотрите, сразу выдается список. Список самых популярных обменников. Самый наверху всегда самая выгодная цена. Тут видите отзывы. Впереди, если вот тут 0, это значит очень хороший. Потому что нету отрицательных отзывов, есть только позитивные. Вот смотрите, тут как раз есть обменник, где один отрицательный отзыв. Я их рекомендую не пользоваться. Ну, например, для примера, вот именно выберем эту первую. Нажимаем на нее. Открывается страница. Всегда я советую зарегистрироваться. Что нету смысла дергаться и бегать между разными обменниками, что вам подходит. Там вы зарегистрируетесь и будете в будущем пользоваться только этим сервисом. Ну и тут тоже выбираете вкладочки, что надо. Тут на самом деле по умолчанию все понятно. Я просто показал вам пример на одном обменнике, но вы можете любой выбрать и выбрать любую платежную систему, что у вас есть. Это же может быть совершенно что угодно, что, например, Perfect Money, если у вас есть, открывается Perfect Money. И все такие, что у вас есть. Короче, список тут бесконечный. Вот такой сервис я вам рекомендую пользоваться для покупки биткоинов. Надежный, с временем проверенный. Давайте все, друзья, покупайте себе биткоины и встретимся в следующем видео. Друзья, всем пока и хорошего заработка в биткоинах.